Здравствуйте, сегодня 4 июля, и вот вышла кровавая такая луна красивая. Сейчас я приближу, покажу. Вот. Видите, какая красивая луна, наш спутник нашей планеты, на которой мы живем. Очень ее так прям хорошо видно, она очень крупная. Вот, видно ее эти моря лунные. А в это время я вот вывожу сено. Покосил много и вот вывожу сено, хотя уже поздно, уже темно. На самом деле камера просто так показывает, что светло, а так уже такой полный сумрак, довольно темно. Ну как бы еще видно все, но уже как бы не особо комфортно. Уже как бы показывает время, что пора идти домой. И здесь вот видно стажки. Вот стажок. Дальше там покошены стажки. Вон свежие. Сено, солома. И там тоже все выкошено. Сейчас я вам попробую показать. Потому что скоро будет еще более засушливо, пожароопасно, поэтому пора траву убирать. Вот вы можете увидеть. Тоже стажки, и там как бы из-за травы плохо видно, но тут много покошено. А эта тачка теперь отправляется в яму, которую я рекультивирую. Вот, я укладываю сено, солома, сену и солому на дно, укладываю туда всякие ветки, а потом присыпаю землей. И так как бы вот эта яма, которую сделали когда-то люди по своей вине, она опять как бы превращается тем, что она была, то есть там как бы ну, ровной поверхностью. Вот, на которой затем я высажу орешник. И там будет заросли орешника. И вот таким образом, эта яма, из которой я вот мусор там уже много лет достаю, потому что там огромная такая свалка, она превратится опять вот в такую, как бы, в чистую природу. Но это еще уйдет несколько лет, чтобы полностью мусор вынуть, и чтобы, как бы, с помощью вот заполнения сеной, соломой, ветками, землей эту яму ликвидировать полностью, вот ее выровнять. Так что вот так, на этом я прощаюсь. Привет вам с Кондрашовки. До свидания.